Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев. Экстренный выпуск «Нотабена». В Абакане произошла очередная автоавария из разряда шокирующих. Я уверен, абаканцы будут о ней вспоминать еще долго, да и не только жители столицы Хакасии. Эта новость вряд ли порадует первых лиц страны. Почему, расскажет Ксения Буганова. Пятница, около 9 вечера. Трасса Абакан-Черногорск, 405 километр. Для ориентира, это участок дороги между кольцом на Калинина и кольцевой развязкой на Черногорск и Усть-Абакан. Полосы для движения здесь отделены друг от друга разделительной полосой с бордюром. От автозаправки Подсолнух, что на кольце, со стороны Черногорска вылетел черный ленд-крузер, завернул не на свою полосу и понесся по встречке. В это время из Абакана ехали супруги на Toyota Corolla. Из правой крайней полосы они перестроились на левую для обгона. В этот момент им навстречу и вылетел внедорожник. Муж с женой, которые не нарушили никаких правил движения, погибли на месте. Джипы все живы. По предварительной информации, в нем находилось трое. Лидер профсоюза в Хакасии Андрей Петров, его зам Светлана Кочеткова и Алексей Лебедев, начальник юротдела налоговой Хакасии. Любопытная деталь: на лобовом стекле внедорожника не проверяйка. Да непростая, от управления делами президента Российской Федерации. Вероятно, вип-персоны весело проводили вечер. В салоне пустые бутылки из-под коньяка. С места ДТП в больницу увезли одного участника аварии, предположительно, водителя джипа. Вот тут и начинается самое интересное. По словам очевидцев, за рулем был Петров. Его якобы и госпитализировали с переломами. Однако сегодня с утра информация поменялась. Вроде как с места аварии переломанного увезли Лебедева. А Петров только сегодня обратился в больницу. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника. По последней информации, которую в полиции никак не опровергает, но и не подтверждает, управлял внедорожником Алексей Лебедев. Кто же на самом деле сидел за рулем внедорожника, можно будет сказать точно после экспертизы. Из джипа для анализа в крови изъяты подушки безопасности. Между тем, это ДТП уже вызвало общественный резонанс. Вот что пишут жители Хакасии на нашем сайте. Водителя и пассажиров ленд-крузера передать народному суду. Официальное объяснение и извинения от Зимина и правительства. Немедленная отставка министра транспорта Хакасии и главы ГИБДД. Да, гаишники обыкновенных останавливают, а таких нет. Я бы всех ДПС под проверку пустил бы. Максимум, что после аварии они сделают, это свои рейды, как обычно. Да и пропуск, что на стекле, скажет, что обыкновенный фантик, а погибших жалко. Табличка на стекле джипа может быть и фантиком, но представляю, как возмутятся активисты, которые собирают подписи под обращением как раз к президенту. Общественность требует ужесточить наказание пьяным водителям. Журналисты называют его женским бунтом среди тех, кто ходит с шариковой ручкой, подавляющее большинство молодых мам. Они боятся за своих детей. К акции по сбору подписей подключились черногорские полицейские, усть-абаканские медики, саиногорские алюминщики, Союз православных женщин России, медиагруппа Юг Сибири и предприниматели Абакана. Больше десятка точек приема подписей. Губернатор поддерживает общественную инициативу. Юридическую консультацию активистам дает Верховный совет Хакасии. Парламент готов выйти в Госдуму с законотворческой инициативой. Сейчас решается, как будет выглядеть законопроект, то есть какие именно статьи и в каком кодексе нужно изменить. В пример активисты, собирающие подписи, приводят шокирующий случай, когда водитель-наркоман получил 2 года 7 месяцев тюрьмы за то, что протаранил колонну ребятишек. Становилось, здесь ребятишек было много. Целый класс. Ребенок лежал с пробитой головой. Я сейчас даже не могу спокойно говорить. Ну, это же надо как ехать, на какой скорости. Это полдень 21 ноября. Ученики 3 класса возвращались с экскурсии и не дошли до школы всего около 100 метров. В колонну детей врезается автомобиль. Двое мальчиков серьезно пострадали. За жизнь одного из них врачам, что называется, пришлось побороться. Как выясняется позже, водителю Ивану Попову заметить детей, переходящих на зеленый свет, помешали наркотики. В тот момент он находился в опьянении. Тогда сам водитель пытался частично переложить вину на детей. В настоящий момент гражданин вину свою признает частично. Он говорит о том, что действительно сбил детей, однако ехал на разрешающий сигнал светофора, а дети начали переходить дорогу на красный свет. И вот проходит буквально 4 месяца, мужчина признает перед судом свою вину, раскаивается и получает 2 года и 7 месяцев тюрьмы. Семья пострадавшего Вани приговор не обжалует, а вот общественность встает на дыбы. Ведь чтобы вернуть ребенку полноценную жизнь, требуются миллионы, годы и неисчерпаемые силы родителей. Самый шокирующий случай произошел 3 недели назад, 13 марта. Водитель, и, по словам очевидцев, тоже пьяный, сбил семью с 2 детьми на тротуаре. Кадры шокировали и сотрудников дорожной полиции, которые прибыли на место. Такого равнодушия, говорят силовики, они не видели давно. Водитель, вместо того, чтобы помочь маме, которая начала сама спасать детей, стал срывать с машины номера. Это подтверждают и свидетели. Он вытащил, ребенка бросил,
и побежал скорее из машины что-то доставать. Ему это было важнее, чем все остальное. Были в автомобиле и пассажиры. По словам очевидцев, они тоже и не думали помогать женщине достать малыша, зажатого машиной. Попытались скрыться и в попыхах побросали все вещи. Записывай телефон. Вот я спотал. Через некоторое время недалеко от места ДТП были задержаны два пассажира. Пассажиры находились с признаками алкогольного опьянения. Те, кто видел аварию, говорят, что и водитель выглядел пьяным. Личность водителя установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию. Через три дня сбежавший водитель придет в полицию сам. Этого человека, Алексея Овсянникова, тут же взяли под стражу. Позже станет известно, что один из сбитых детей умер. Овсянникову изменили статью. Теперь водителю грозит до 7 лет. Вот сколько дадут водителю внедорожника за смерть двух людей? Да и кто он, этот водитель? Уверен, дело будет непростым, и мы еще не раз о нем услышим. Уж больно фамилии фигурантов известные. Вот на этом у меня все. Берегите себя, и мы обязательно увидимся.